Павлодарский край славится своей удивительной природой и сакральными местами. В нашей области немало зон как для активного, так и духовного отдыха. В последнее время местные власти всерьез взялись за вопрос организации зимнего досуга. Рассказываем подробнее. В Павлодаре есть все условия для развития зимнего туризма. Ежегодно увеличивается количество мест массового отдыха, где жители и гости города могут просто прогуляться или заняться зимними видами спорта на выбор. В целом, основными видами зимнего отдыха жителей города является катание на коньках и лыжах. В этом году в Павлодаре открыли 23 катка. Для желающих покататься на лыжах в городе функционирует лыжная база «Ертес». Протяженность ее трассы составляет 3 километра. Занимаются здесь как профессионалы, так и любители. Снаряжение в бесплатном доступе. Как говорится, было бы желание. Ежедневные прогулки здесь уже стали нашей доброй традицией. Особенно зимой, когда хорошая погода, воздух чистый и свежий. В основном мы делаем 2 круга, проходя в общей сложности 6 километров. По выходным мы приезжаем сюда с детьми. Начинать свой день с прогулок или пробежек вдоль реки Иртыш давно стало привычным ритуалом для горожан. Набережная не просто так визитная карточка нашего города. Это излюбленное место пребывания жителей и гостей Павлодара. Для комфортного и круглогодичного отдыха здесь благоустройство будет продолжено. Дарья Жумабекова, Байтурсын Жумабай, Алексей Мехедов, Медет Карим, Ертыс, Ахпарат.